Елена Спицына шутит. Практически родилась в школе. Родители всю свою жизнь отдали педагогическому труду. Она и не мыслит себя в другой профессии. И дни самоуправления в школе лишь подтверждают ее желание. И в какой-то момент я поняла, что учитель – это мое. Что мне нравится работать с детьми, мне нравится видеть этот огонь в их глазах, когда они находят общий язык со мной, как они смотрят на меня, как они реагируют на все мои слова. Это просто приятно. Сочинские школьники, будущие выпускники, сегодня получили сертификаты целевого направления в педагогические вузы. Это значит, они будут учиться на бюджетной основе, а город, в свою очередь, ждать, когда студенты завершат обучение и начнут работу в сочинских школах. Такая инициатива принадлежит Управлению по образованию и науке, администрации города и Центру дополнительного образования СИП. Любую профессию избирая, химика, биолога, историка, литератора, читать. В этом рождается, в чтении рождается учитель. Я хотел бы пожелать им, чтобы они обязательно участвовали в спортивной жизни института или университета, чтобы они занимались художественной самодеятельностью, чтобы они обязательно вступили в студенческое научное общество. Все участники проекта прошли серьезное тестирование, по сути, теоретические и практические испытания на знание будущей профессии и представили портфолио по итогам проекта. В перспективе планируется взаимодействие с детскими садами, учреждениями дополнительного образования и спортивными школами города с целью готовить специалистов именно для этих образовательных учреждений. Елена Всецына, Борис Осин, телекомпания ФКТ.